Себякин грядет. Слыхали, конфуз, блядь? Какой-то на днях приключился. Короче, ворота построили и забыли закрыть. Восьмой уже день как. А эти пришли, появились. И ходят, и верят вовсю. И кленовым сиропом, и левиафаном, и елеем, и Мартином Лютером, и фигой в кармане, и отверткой в кишках. Нажрались, лоханулись, запили. И закрыть, набухавшись, забыли, Себякин завхоз. И кореш этот его в пурпурной рубашке, с глазами, как мрамор. Проходим, идем, гражданки лошадки, гуляем, не пялимся. Копытом вправо, копытом влево. Начнется время. Самоосознание карается самоосознанием. Ворота, блядь, настежь. Перегиб, недогляд, самопальный опукрив. Вся сталь закалилась. Кванты окуклились. Нейтрино ночном продают, но эти ж шныряют. Шило в жопе, но эти ж пенициллины, дом 2. Разум в работе, и политэкономия, и Windows XP, Вивимахер, венский торт, венский кокс, мимими. И лежащая в луже себя, кантианская вечная порно, созерцающая само себя. И оловянный солдатик Пазолини, и опалимая принцесса Кира Георгиевна, и ногти Делёза, и муллы, и гришковцы, и целые гамлеты, и не целые берлиозы, и кому-то кредиты во франках, а кому-то свенцем конечный. Открыто же, хули. Проходим. Строим прогулочным, смотрим под ноги. Ты чё зыришь? Не пялимся. Бронта кто? Шарлотта Бронте. Бронтозавр? Диплодок ли дипломат? Не расслышал. Да и похуй. Вот ворота, вот Кали. И Будда. И Буддец. Да и ебуть твою мать. В воротах прошу не стоять. Ворота стоят нараспашку. По ту сторону Лис. А по эту Ксенакис. Там Евросиня Полоцкая, а тут Афина с совой на плече. По эту сторону русские, а по эту этрусские. Бадминтон для сведущих. Для несведущих бэт, просто бэт. Слева баба, а посередке забава. Ну а эти же ж чакры нашупали в животах. Книг понаписывали, чтобы повадно стало грядущим. Грядущие поняли, все пожигали. И свое написали. И попы, и любовь, и собака, и Солженицын с ложбинкой или лоботомией, и ты, и я. Неповадно, и настежь ворота. Проходим, дорогие прямоходящие, гуляем. Фаберы, эректусы, сапиенсы и прочие хокусы-покусы. Не пялимся. Шаг вправо, шаг влево. Сразу в затылок время. И Будды не будет. Коль ворота открылись, сразу стороны завелись. Полюса, пояса, недовески и висельники. На правой руке затикало время, в левой встрепенулся снегирь. Всем привет, меня звать Легион, и я времяголик. Я не пользуюсь временем дважды, до и после себя. Но так, так я подсел. Есть 3D без очков, штамп 7B. В каждой школе на глобусе, мол, негоден навсегда, и рабы без хозяина, которых пасет Стивен Хокинг на белом коне. Скидки лишь для ситхар. Остальным все всегда, все война, как распоследнейшая поза Кали-сутры. Воротами время, потому ничего больше нет. А эти бряк в позу лотоса, в непозу войны, с одуванчиком за ухом и с Макаровым у виска. Бряк из времени, шмык. То в окно, то в икону. А вообще, я вот что хотел сказать. Себякин, завхоз наш, протрезвел и проснулся. Нащупал в кармане всевидящее Борхесово око. Кость Адама, зуб Евы, ребро Люси. И, наконец, ключик. Короче, ребята, он типа еще за пивком похмелиться пойдет, а потом придет и нахуй закроет. В общем, давайте жить дружно. Осталось-то. И это... Поживите, что ли, жирнее, пока ворота открыты. Пока Себякин...
придет.